Госдепартамент США прокомментировал совместные армяно-американские учения, подчеркнув важность сотрудничества с Арменией и Азербайджаном для продвижения мира в регионе. США сотрудничают с Арменией через Национальную гвардию Канзаса и с Азербайджаном через многонациональные учения, такие как Agile Spirit, отметили в Госдепе. Такое взаимодействие помогает укреплять связи и повышать уровень военной подготовки обеих стран. Госдепартамент подчеркнул, что Армения и Азербайджан делают важные шаги к мирному соглашению, и США активно поддерживают этот процесс. Эти совместные учения и дипломатические усилия подчеркивают приверженность США к миру и безопасности на Кавказе. Вашингтон призывает обе стороны продолжать диалог и искать пути для долгосрочного урегулирования конфликтов.